для быстрой визуализации треков по множеству объектов может послужить групповой отчет. Давайте посмотрим, как это делается. Шаблон отчета настраивается специальным образом. Заходим в настройку. Имя отчета треки групп. Это отчет по группе. Тип группа объектов. Добавлена таблица поездки. Выбраны соответствующие параметры, детализация, группировка. Но для того, чтобы треки отображались на карте, надо зайти в узел «Карта» и флажком отметить треки поездок. После этого сформированный отчет на картоподложке будет отображать треки объектов. Создаются группы. В данном случае создана группа объектов по региональному принципу. И группа Черноземья содержит объекты по соответствующему региону. Задаем временной интервал, который в данном случае составит 3 месяца, от августа до конца октября. И нажимаем, запускаем отчет кнопкой «Выполнить». Получаем отчет. Если увеличить приближение на карте, то мы получим достаточно яркий, содержательный отчет с визуализацией треков. Позиционирование курсора мыши на некоторых точках треков вызывает информационное окно с параметрами от сообщений от объекта. Хочу заметить, что отчет можно выгрузить в несколько форматов стандартных с прикреплением треков картоподложки. Для этого надо выбрать соответствующий отчет. Вот в данном случае это будет отчет HTML. Либо выбрать формат PDF. Причем надо сказать, что только в этих двух форматах можно прикрепить картоподложку и изображение треков с выводом визуальной информации в отчет. А также можно воспользоваться книгой Excel формата от Office 2003 до Office 2007 и выше. После нажатия на кнопку ОК будет предложена папка выгрузки. Можно изменить имя файла и произвести соответствующую выгрузку. Отчет сохраняем.